Детский травматизм на железной дороге. Какая работа ведется по профилактике несчастных случаев на транспорте? Какая ответственность предусмотрена за совершение административных правонарушений? Смотрите программу «Город ТЭС» 20 января в 18:15. Гости в студии: Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, и Наталья Егорова, учитель-дефектолог детского сада номер 384 «Звездочка».